Многолетнюю традицию праздновать День защиты детей в этом году не нарушили. Правда, особый режим внес свои коррективы. Воспитанников детского сада «Белоснежка» поздравили почетные гости из Московской областной думы и местного отделения партии «Единая Россия». Здравствуй, солнечное лето! Сколько неба, сколько света! Не важно, что за окном не по-летнему прохладно. Куда важнее, какое у тебя настроение. А у ребят из детского сада «Белоснежка» оно приподнятое. День защиты детей – это первый большой праздник, который состоялся после затяжного перерыва. Дети – это самое дорогое, что у нас есть. И мы, взрослые, обязаны сделать все для того, чтобы они жили в добре, в тепле. В нашем детском саду созданы дежурные группы. На данный момент их 7. Конечно, созданы условия по методическим рекомендациям. В группе не более 12 человек детей. Педагоги все сдают анализ на отсутствие новой коронавирусной инфекции. Поэтому праздник праздником, а безопасность прежде всего. Гости соблюдали дистанцию и поздравляли виновников торжества в средствах индивидуальной защиты. И, как показала практика, ребята совсем не боятся взрослых в таком обличии. За время пандемии привыкли. Все, что делают взрослые, это делают для того, чтобы вы были здоровенькие, счастливенькие, улыбчивые, чтобы вы много играли, чтобы вы были умненькими и в жизни добились всего-всего. Праздник лета в Белоснежке продолжался целый день, ведь сразу собрать всех ребят пока небезопасно. По очереди каждая дежурная группа получила порцию позитива, поздравлений и подарков. Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.